Всем привет! Вернулся с рыбалки. С эхолотом случилась вот такая вот беда. Перестал он показывать. Сейчас на скриншотах все это видите. Разные вот видео. Эхолот рыбу не показывает, показывает просто точки. Непонятные, то есть. В нижнем боковом сканировании вообще ничего не показывал. Вот боковое сканирование. Сейчас переключусь на обычный эхолот. Здесь у нас тоже дуг никаких нету, просто точки кляксы. Погуглив интернет, народ сталкивался с такой проблемой. Коммуникатор, походу, сгорел на голове. Ну, возможно, и датчик у хана. Вот. Нижний сканер. Переключаю сейчас на другую частоту. Ничего не меняется. Дуг нету, рыбы нету, просто какие-то точки непонятные. Такая вот беда. Поеду по гарантии, пускай принимают решение. То есть, ну, обычно это заканчивается заменой. Всем удачи!